природе каждого из нас заложен верный ритм под названием сердцебиение. Сердце бьется ровно и не зависит ни от каких музыкальных размеров. В этом и заключается свобода творить, не привязываясь к счету, ритму, музыкальному стилю. А из этой свободы уже и рождается вера в то, что в музыке, как и в жизни, нет ничего невозможного. Muy buena.